Всем привет, с вами Мега Декстер. И мы с какого, ну, как бы бывшим фидваном едем на эпицентр Dota 2. Это, короче, охереть, потому что можно будет взять всякие автографы, ну и сфотографироваться, и вся эта херня. Ну и просто то, что посмотреть, посидеть, скажем так. И, короче, это пиздец круто. Сейчас мы идем в Макдак, чтобы пахать, потому что у нас дома нету еды позавтракать. Есть еда, но... Но не для завтрака. И поэтому мы сейчас идем в Макдак, а потом уже едем... Потом уже едем на ВТБ-арену. Вот мы и пахали уже в Макдаке. И сейчас идем к метро. И нам предстоит очень долгий путь. Стучка 20 минут. Да, где-то 20 минут, потому что нам ехать относительно далеко. Мы сейчас уже пришли на... Перешли, точнее, на другую станцию метро. Мы сейчас доедем уже до ВТБ-арены. И вот так вот, если поподробнее говорить... Нормально. Эпицентр — это, короче, турнир по игре Dota 2. А призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов. Ну, короче, много. Это где-то 3 миллиона рублей. По сравнению... Нет, подожди, 30. С International, давайте. Блять, там переход. Там переход. А, ты... по сравнению с International, это чемпионат мира по этой игре. Который сейчас призовой фонд на данный момент составляет где-то 17 миллионов. Но он все еще, увеличивается, потому что там... Сама компания, которая произвела эту игру, блять, произвела на свет. Ощущение, будто у меня подписчики давно не знают, что это. Да, наверное. Это компания Valve. Всем привет. Ну, а если вот так вот говорить о планах, то сейчас будет первая игра, потом мы в 3.30... сидеть там до 8. Да, где-нибудь до 8. Потом в час 30 будет автограф-сессия одной команды, потом в 5 часов вторая игра, уже других команд, как ни странно. И в 6 часов также автограф-сессия, но уже более такой, скажем так, сильной команды, на которую мы обязательно пойдем. Более знаменитая, это называется. Ну, я имею в виду немного сильнее. Ну и сейчас мы, короче, в Америку уже доедем, и нам вообще-то надо быть там в 11, а сейчас только 9.30. То есть нас не пустят просто. Будем стоять и стоять. И ничего не делать. Это, конечно, прекрасно, но... Полтора часа. Мы уже пришли на ВТБ-арену. И вы, если вы хотите посмотреть, то вот очередь. Вот сама ВТБ-арена, а вот... Представляете? Мне кажется... Очень. Центр, вход для пресса. Может, пресса, скажем, мы ждем... А, да. Мы будем очень долго стоять, я полагаю. Но это хорошо, то, что мы рано пришли. То есть у нас... Бля, точно. Если мы получится так, что мы будем в очереди до 11, и нас какого возьмут до 11, а у нас Рубик, нам скажут, иди сюда. Да, мне кажется, нет. Мне кажется, вот после 11 уже как бы... Короче, пиздец. Надо сейчас чекать, там зависит. Пришли очень рано. Очень рано. Нам еще час нужно ждать. Да, потому сейчас что... Сейчас только VIP принимают. Потому это что лучше сейчас... SF и Invoker. Короче, принимают дорогие... Как его принимают дорогие билеты сейчас. Да. То есть нас тут не пропустят сейчас. И то есть... Нас пропустят в 11, сейчас 10. Да, нас пропустят в 11. И вот этот умный человек решил поискать автобусы с игроками, которые приедут. Я что-то не уверен, что они здесь будут. А я уверен, может они там это по онлайн, да, будут забирать? Все, в отеле. Ну... Да, да. Здесь какая-то фигня непонятная. Вип-код. Лоу. Почему там тогда вип принимают? Мы сейчас просто будем ходить и гулять, ну и, естественно, типа, искать. Бля, вип-вход, знаешь, что это? Что? Это команды. Здесь заходят команды. О-о-о-о. Наверное. Возможно, нашли как раз куда-то команды. Вот. Все видите? Эпицентр VIP-вход. Возможно, это так что нам вход надо для команд. Постоять. А мы типа команда, да, из двух человек. Здорово! Вы знаешь, это какого? Перед началом даже вот автограф-сессии мы уже со всеми это успеем. Такие, вот билеты VIP, а мы просто по жизни. Кстати, реально много. Поэтому мы будем просто здесь стоять, сидеть. Я не знаю, я просто не знаю, что делать. Здесь, в принципе, можешь погулять, но главное, блядь, здесь гулять, здесь просто... Кстати, можно в Ривьеру сходить. Здесь просто дорогу. Зачем? Это торговый центр. Я понял, зачем? Просто погулять там. Бля, там же можем поесть в Ривьере. Там и KFC, и Макдак, и все там. Блядь. Ну, уж поздно. Мы будем сидеть, ну, стоять. Как-то так.
Мы относительно долго здесь стояли уже, ну, в очереди. Мы недолго стояли. Короче, ну, такое, где-то 50 минут, наверное, 40. И мы наконец зашли. Сейчас будем уже садиться на места, сейчас наши билеты прочекают. Мы уже зашли. Я сейчас жду, пока он соберет вещи, и мы уже будем заходить на саму арену. И будем сидеть и ждать полтора часа. Ну, так. Потому что мы можем. Но мы как бы заслужили это. Мы стояли ждать. Здесь вообще практически никого нет, но мне кажется, потому что уже все зашли, или не знаю. Мы зашли, пацаны, и это пиздец. Это очень красиво, это очень красиво, посмотрите. Здесь очень большая территория, то есть вы видите, да? Вот там уже сидят. То есть, блин, вот если бы мог бы пойти в центр, но нет. Потому что здесь зал практически пустует, и в принципе, почему бы я не мог пройти? Но здесь очень круто. Это очень круто. Это реально очень круто. Это выглядит очень хорошо. Я просто еще раз. А Будж вон, ты понимаешь? Будж прям вон там сидит. Вот да. Буджу очень повезло. То есть я не знаю. Там Буджу и вот тем, вот кому в центре, то есть это прям. Короче, пи. Мы очень далеко, очень далеко сидим. Дел прямо вот, вот здесь вот. Там, где сидят самая элита. Когда хоккей смотрел. Да, когда смотрел. Ну, потому что это ВТБ-арена, что нет. Я вам покажу вот лучше так, потому что здесь больше разрешения, скажем так, экран, и тут гораздо лучше. То есть это, вот, это вот этот вот красивый. Гигантский экран, я не знаю, если места будут свободны, то мы пересядем куда-нибудь вон туда поближе, и я даже еще раз сниму. Вон там вот сидят команды, вот видите? Там уже там собираются играть. Да, там людишки жалкие. А вот там вторая команда, я не знаю, кто там, но и в принципе тут. Ну, в плане, я знаю название команды, но их очень сложно определить, скажем так. А здесь какая-то фиолетовая херня. Ну, это, наверное, какой-нибудь там чашка любви. Да. Это, короче, пиздец. Пиздец. Еще здесь какой-то экран, но я не знаю, для кого он. Прошла, ну как бы первая игра. Если говорить простым языком, то первый раунд. Раунд! Сейчас перерыв. И скоро мы уже, ну я не знаю, кстати, скоро или не скоро. Вы играли Secret. Играли Secret против ID. Да, играли игры Team Secret, да ведь? Да. Team Secret и против Invictus Gaming. И выиграли Team Secret. Была очень классная игра, да. Атмосфера отличная. Ставим вот лайк. Вот экран, конечно, пи***ц там. На таких экранах играл в компьютер. Ну, как ни странно, да. В принципе, что они там и делают. И сейчас пройдет перерыв, и начнется второй уже раунд. Republic и если этот второй раунд опять выиграет Team Secret, то все, как бы игра заканчивается. И Team Secret играет. Да, и они выходят, в полуфинал. И они играют с EG. Они играют с EG. Это очень сложная игра, они должны отвечать на вопрос. Кончилась первая игра. Ты вообще это говорил. Ты что, дебил? Ты что, испортил? Закончилась первая игра и... И началась вторая. И вторая начнется через, наверное, час. Вот. Будет играть. Второй раунд очень быстро прошел. Ну там что-то вообще как-то все было плохо очень. У команды, которая проиграла в первый раз. Поэтому в общем, Secret выиграли IG 2-0. Да. Они, но, кстати, вот плакат, на котором мы, возможно, спортим. Прямо жопа. Сейчас. Но знаете, что очень плохо? Во-первых, мы не будем участвовать на автограф-сессии. То есть мы не сможем взять автографы у там каких-нибудь киберспортсменов из разных команд. Потому что мы. Потому что мы сами киберспортсмены, и они нам. Потому что мы жмоты. Жопы. Потому что у нас билет такой, скажем так, и поэтому мы не получим. Это раз. А два. То есть мы не сможем просто. Сделать автограф. Да, автограф, да. Но мы не сможем с ними сфотографироваться. То есть мы можем только получить их подпись, и все, теперь идите нахер. Мы не сможем даже сфотографироваться. Что-то нахер. Здесь автографный вот. Автограф. Вон туда заходишь, комнату. Да, вон туда заходишь, просто берешь какого? Автограф. Автограф, то есть он там делает подпись на бумажке. Ты не можешь. Идешь нахуй! А вот те люди, которые в
пролете, которые стоят, они не могут их увидеть, и все. Да, то есть ты сможешь увидеть только этих людей в этой ебаной коробке. На Ютубе! На Ютубе тоже. Ютуб вообще пиздец, нечестно. Потому что на другом, одном турнире, ну, правда, он гораздо более известный. Да, на Киев-Мажор. Там все было прекрасно. То есть там вообще просто стояла толпа на улице. Там команды просто вышли, такие типа, о, здорово, давай сфоткаемся и автобус. Да. То есть это уже было типа их желание, скажу так, они захотели. Ну, понятное дело, они, естественно, будут автобус. О, look at this. Он что? Опять отжимается, что ли? Вот. Он? Мне кажется, думаю, не, не он, не он, не он. Вот, и это, короче, пиздец. Просто какой-то, я не знаю. Что здесь на косплее и баба уже... Жопа! Итак, пора пожать друг другу руки и наблюдать за вторым матчем сегодняшнего дня. Virtus Pro против Team Liquid. Не ракушим. Ну, аналитика, пожалуйста. Почему он? Почему будет? Пропал. Сейчас скоро начнется матч, поэтому я перестаю снимать. Сейчас не видите, но я просто говорю, я очень устал уже. Ну, не очень, но относительно. Мы сидим здесь с 9 утра. Мы сидим, ну, сейчас. Не с 9, но вот где-нибудь, ну вот, мы приехали сюда. Сидим, да. Мы не с 9, а приехали... Приехали мы сюда в 9.30. И мы вот там сидели, ходили, стояли в очереди, да? И вот сейчас... Сейчас 7 последний... часов вечера. Да, сейчас 7 часов вечера. Сейчас уже последний матч этой игры. Ой, матч. Какого раунда? Получается так, что 1-1. Этого дня. Да, этого дня. 1-1. А, вот я забыл, кстати, сказать то, что насчет планов. Этот блог будет, ну, большой, потому что я буду снимать все вот эти 3 дня, как ни странно, и это будет все один блог, потому что... Ну, потому что, блин, пусть будет как один блог, как одно событие, как ни странно. Мы уже уходим, потому что, скорее всего, команда, которая русская, Virtus.pro, она, скорее всего, проиграла. Ну, это, конечно, еще не факт, но, типа, и мы не хотим застрять в... Как, не тоже застрять, чтобы было много народу, потому что в метро много народу, и это нехорошо. Потому что, да, сейчас, когда закончится, то все вот, все люди, которые там сидели, это, не знаю, практически, наверное, 14 тысяч человек, а может, скорее всего, меньше, ну, я не знаю. Больше. Ну, слушай, там мест всего 18 тысяч. Ну, точно, больше 10 вот. Тысяч, примерно. И мы не хотим, чтобы была такая толпа, потому что, да, а кто хочет? 10 тысяч человек сейчас, ну, ладно, половина из 10 будет сейчас поедет на метро. Так что, нам сюда. А еще... Мы думали, то, что еду можно приносить, поэтому мы купили в Макдаке картошку фри. Но нам ее не решили, поэтому я ее отнес в камеру хранения, и сейчас мы ее будем кушать. Сейчас бы картошка пропала. Здорово. Я, правда, надеюсь, то, что там, ну, охрана, тот, кто положил туда. Я надеюсь, он ее не сожрал. Потому что, может быть, там запах манит. А еще мы практически все время очень сильно орали. И вот просто минус голос, да. А это еще 2 дня будет. Да. Нормально. Ну, мне кажется, мы так не будем орать, потому что выпой не пройдут. Выйди сюда. Тут какой-то мини-кафе. Да, вы бы просто... Бля, они закрылись! Не, не закрылись, вот нам повезло. Мы сейчас уже на МЦК, я сожрал всю картошку, я все равно хочу жрать. Потому что у него не сварение анальных путей водителей. Да. Именно так. 1 метр остался. Или 1 минуту. 1 метр!
И мы сейчас пойдем за продуктами в магазин, потому что мы не докупили Валя немножечко. Покупает. А нет? Свои деньги. Что, тогда я почку продай. Нормально. А еще меня прикололо то, что там, если ты выиграл в конкурсе косплееров, косплеер, короче, то есть костюм плей, то ты можешь получить 200 тысяч рублей как приз. Да, вот это, кстати, реально. Это очень круто. Вот и поезд к нам приехал, жопу мы почесали. Идите нахуй. Мы сейчас уже... О! Мы выходим из нашего дома. Да, наш дом. Полностью наш. Да, полностью наш. И мы... И как ни странно, мы сейчас поедем на метро на эпицентр. Вот это вообще неожиданно. Второй день эпицентра. Да, второй день. Сегодня EG Secret в час, а потом... Ебутся носороги. А, сегодня к нам добавится еще один гей. Да, еще один гей. Только вот я не гей, поэтому к нему добавится гей. Ну, знаете, вот он скрывает, что он гей, на самом деле он так любит, да. Я это вырежу. Давай. Я это вырежу. Че ты вырежешь? Нам надо сейчас увидимся немного понять. Уже, как бы на месте. Если там мало людей будет, тогда мы быстро зайдем. Если много, то нахуй идите к нам. Нам надо сейчас перейти по мосту. Все! Мы опять сидим в зале, и вы не представляете, насколько мало здесь людей. Да. Но это, скорее всего, пока что. Но это из-за того, что русская команда проиграла, а большинство за нее голосовали. О, голосовали. За нее болели. И, то есть, в принципе, то есть, вот, когда мы зашли... И когда мы зашли на саму ВТБ-арену, то есть народ было не настолько много, как было. Так-то да, но я просто говорю как факт, типа, то есть сейчас гораздо меньше. То есть мы можем сесть на места самые элитные, и нас никто не остановит! Да, это не точно. Еще, когда музыка стихнет, мы будем орать. Пидорасы! Сколько тебе? Не вот это даже на радио успевает один, а 16 уже ворует. Сюртем может убивать всех в крае. Прошел первый раунд сейчас. Если просто разъебал секрет. Да, очень было быстро и сильно, скажем так. Игра была красивая. Да. Подходящий для драк. Их же выиграли из того, что у них драфт более сильный, чем... То, что у них выбор героев был сильнее, и связки, вся эта херня, были сильнее, чем у другой команды. А сейчас перерыв. Мы сидим, потому что делать нам больше нечего. Мы стоим на этаже, на котором как бы должны допускаться только те VIP-личности, короче, скажем так. На этаж. И... Вот сюда. Нельзя. Потому что у нас нет VIP-билетов, зато можно пройти вот здесь. И вон там. Да, и вон там. И потом, уже туда попасть. Потому что там есть дверь, скажем так. И туда можно попасть на этот этаж. Но и мы, короче, просто по фану здесь стоим и ждем, мало ли кто-нибудь из какой-нибудь команды появится, и вот сюда на диван сядет, а мы такие: здорово! Здорово! А знаешь, автограф вот так вот? Опа! Это, конечно, немного не очень умная идея, да. Не очень умная идея, но она сработать может. Она может ваша. Потому что она все равно пока что еще час для следующей игры. Поэтому мы типа будем стоять здесь. И пока все нормально. Взял с собой. Письку. О! Мы уже уходим, потому что нам надо встретить Данила. Вообще, вы его уже встретили. Нет, мы еще не встретили. Поэтому мы ушли раньше. Ну, потому что там уже... Раньше, мы приблизительно понимаем то, что... Потому что понятно, что... Да, что, Ликвид типа... выиграли 2-0. Что... Сейчас как всегда сглазим. Только... Что там одна команда выиграла, поэтому мы идем на... Поэтому нам надо встретить этого... Завтра уже финал, завтра. Да, завтра финал, и мы будем полностью сидеть. Там будет 5 раундов, ну то есть, ну так вот, приблизительно 5 игр, 5 часов, наверное. Ну да, ну слушай, они там по 30 минут, по 40, и потом сдавались. Смотри, что за баба? И поэтому мы приблизительно будем либо там максимум 5 часов, минимум 5 на 30, 150. Ну, кстати, да. 5 на 30. То есть, два... Минимум 2,5 часа. Чё, минимум вообще 3? Минимум 2,5 часа. Поэтому мы уходим. Ну и вот. Там будет.
Там выход. Там, а как засекретить? Там выход. Там выход. Там выход. На улице относительно пасмурно. Выиграли, а я думаю, что... Ты же задолбал. Какой-то пиздец, пацаны. Ликвид выигрывают ниши за 17 минут. Мы сейчас уже на финале, и игра длилась... Ну, игра. Раунд длился всего 18 минут. 18. Это очень мало. И это был просто пиздец, потому что очень быстро всех разъебали. То есть просто... Не знаю, это очень странно, но и очень прикольно. Блин. Итак, Team Liquid выигрывает этот центр Москва 2017. Я надеюсь, что Ку расскажет нам несколько слов. So, my friend, congratulations. Moscow is a good place for you. Second time in a row. Some words for your Russian fans. Yeah, we came here to defend our title and work out. So. Мы приехали сюда защитить наш титул и сделали это, потому что поработали очень хорошо. Кубок достался уже Team Liquid, но теперь они получают еще и чек на 250 тысяч долларов. Мы поздравляем Team Liquid с этой победой! Это было здорово, это было круто, это было по-настоящему! Спасибо огромное всем, кто был вместе с нами на Эпицентре в эти три дня! Вы потрясающие ребята! И мы еще с вами обязательно увидимся! Мы, конечно, благодарим нашего генерального партнера, партнера турнира Эпицентр, мобильного оператора Йоту! Ну и... Еще раз спасибо всем, кто участвовал в подготовке и организации «Эпицентр Москва» 2017. Прямо сейчас наши аналитики разберут последнюю карту, ну а Team Liquid будет праздновать свою победу. Я даже не знаю, что говорить. Привет, школьники. Liquid выиграли 1-3. Мы их поздравляем, они получили 250 было тысяч долларов, это... они охуели, блин. А теперь это было покупаю... просто... Теперь я покупаю. Да позвали ты, смешно, я сказал. Позвали ты. Я сказал, завали. Привет. Подписывайтесь здесь на мой канал, которого нет. Также следите за ликвидами, они мои фанаты. Это было просто... Вот самая последняя игра была
просто что-то невообразимое. Невообразимое. Да. Ну, на самом деле, они все одинаковые были. Счет-то был, ну, типа, 5:30, там, вот такое. Да, самая первая игра была, длилась 17 минут. Да, и счет было... был 1:30, да. По-моему, или 27. Это было очень тупо. То есть, не то, что тупо, но это было какое-то... Что за нахуй? Вот. Но потом сравняли счет 1-1, а потом проиграли, да. А потом еще раз проиграли, и все. И, то есть, эпицентр все закончен. В следующем году нас... будет. В следующем году мы покупаем билеты себе за 10 тысяч, потому что, ну, как бы мы можем. Да, можем себе позволить, но нет, потому да. Что мы будем в следующем году. Что делать? Сдавать билеты. Блядь, точно. Очень много очень людей идет на метро, да. И это все на метро. Все едут. В честь выигрыша Ника, да. Кстати, я удивился то, что очень много фанатов. Да. Из-за того, что поэтому на этом ПП, я... Поэтому... Ну да. Поэтому на этом я заканчиваю. Потому что эпицентр закончился, а значит и влог мой тоже. Кончен. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Мегадекстер. Всем удачи, всем пока.